Красную нить в косичку, можно не в косичку, как угодно. Как я вчера и говорил, сегодня я буду ставить вам при помощи внушений, введу вас в состояние транса. После этого в состояние транса я буду ставить вам мантры, также буду ставить вам специальные цифры, сегодня цифры, которые будут в дальнейшем в этом состоянии вам помогать. Вы не должны ни к чему стремиться. Когда вы будете сейчас погружаться, то знайте, вы уже погружаетесь. Хочется вам в это верить или не хочется, это не имеет никакого значения. То, что вы меня слышите, это уже является элементом доступа. Их уже три. Первое, ваше желание прийти и смотреть, даже если вы сопротивляетесь, даже если вы не видите. Второе, это желание заплатить, и раз вы заплатили, значит, вы уже в руках и мне разрешили. Третье, вам это нужно, и вы сами внутренне это понимаете. Поэтому три раза разрешение, четвертое разрешение не нужно для мага. И такое внушение, оно уже фактически происходит. Каждое, что вам нужно делать, что не нужно. Слово «и нужно», и «не нужно» на самом деле не имеет совершенно никакого значения. Нужно ли вам расслабляться, как хотите, а нужно – не нужно. А что делать? Да ничего не надо. А там с закрытыми глазами, как мысль пусть ваша течет куда хочет. Думайте о чем хотите. Мне даже выгоднее, если вы меня не слышите. А если хотите что-то услышать, то вы услышите только то, что вам нужно. Аббревиатуру или слова. Нужно ли расслабляться? Да как хотите, нет ничего необходимого. Все равно проникает. Вы же не можете не слышать. Вы же не можете не видеть, как мои губы шевелятся. Да вы же энергетически не можете не защищаться, а в данном случае, даже если захотите защищаться, то это делать со мной бесполезно. Я слишком астральный человек. Поэтому, когда вы подходите к тому, чем мы будем заниматься совместно, вы должны знать, что все происходит правильно. И, несомненно, приведет вас к выздоровлению, к лечению и все плохие состояния правильно. То, что у вас мысли правильно, то, что у вас видение правильно, то, что у вас ничего не получилось, тоже правильно. То, что вы думали, о чем попало, тоже. А то, что распереживались, и тоже. А то, что начали задыхаться, у вас паническая атака, правильно. Все это правильно, это все движет нас только к одной задаче. Установить наши программы, которые в дальнейшем приведут нас уже сегодня, завтра, послезавтра и до конца этого марафона к тотальному выздоровлению, к тотальному излечению наших заболеваний. Поэтому как хотите расслабляйтесь, как хотите слушайте, как хотите думайте, как хотите сидите. Единственное, что бы я не советовал делать, это ехать сейчас за рулем. Если вы едете за рулем, остановитесь или не смотрите сейчас данный марафон. Если вы на работе, знайте, что вы можете заснуть, и кто-то вас может разбудить. Если вы внезапно проснетесь и будете спать. Если вас кто-то разбудил, вы начали переживать, не переживайте. Все это работает в виде программ. На самом деле все уже стоит, я это еще ночью поставил. Но вам для самоуспокоения, проникновения в ваше подсознание, работы с вашим энергетическим полем, энергетическим телом, вам хочется этого, войти в это состояние, расслабиться, почувствовать себя в состоянии вот такого погружения, войти в эти состояния. Еще раз хочу вам сказать, конечно, любые абсолютно процессы, которые внедряются в вас, они не могут быть вами почувствованы, но зато, попав в вас, а вы не можете этому сопротивляться никаким образом, они, подобно ядру, станут в определенные места. Они станут вам в поджелудочную железу, в грыжу позвоночника, в геморроидальный узел, в ваш мозг от эпилепсии, в ваши кожные заболевания, в ваши головные боли,
ваши болезни глаз, ваши панкреатиты, диспепсии, болезни кишечника, диареи, смещение пупка, боли в колене, хронических заболеваний живота, заболевания носоглотки, чтобы там месячные регулярно шли, чтобы климакса не было, чтобы кровотечения остановились, станут в предстательную железу, в половую систему, чтобы либидо было, потенция улучшалась, чтобы мужественность была, чтобы забеременеть или богатство, чтобы ребенка зачать можно было, чтобы процветание было, чтобы убрать депрессию, психическое напряжение, устранить депрессию от галлюцинаций, чтобы убрать боли в мышцах, боли в суставах, вылечить щитовидную железу, энерговлияние устранить, подключение всей сразу щелчком пальца. От эпилепсии, чтобы удалить язвы по телу, во рту, убрать заболевания кожи, чтобы поумнеть, чтобы устранить внезапную остановку сердца, чтобы усилить иммунитет, чтобы устранить подселение, одержимость и так далее и тому подобное. Улучшить ваши состояния путем вот таких влияний и построения в этом ядре, вот таких циклов. И это ядро будет в вас плавно развиваться, плавно изменяя вас таким образом, что вы даже не будете думать, что это происходит естественным образом. Как будто это вы сами всего добились, как будто это естественным образом с вами произошло. И это правильно. Чем естественнее, тем лучше это будет происходить. Хочется вам сейчас закрывать глаза, закрывайте. Не хочется закрывать, как хотите. Можете сидеть, но самое важное, вы должны произнести себе мысленно слова. Они звучат так. Моя голова отдельно от тела. Моя голова отдельно от тела. А впрочем, закройте глаза. И еще раз произнесите. Голова отдельно от тела, а тело отдельно от головы. И в этот момент на счет три тело должно стать как будто оно каменное, и вы это должны сделать осознанно и хотеть это сделать. Это должно быть вашим желанием. Давайте на счет три. Раз, два, три. И тело стало у вас окаменевшим. Вы не можете пошевелить пальцами на левой стопне, туда переносите ваше внимание. Не можете согнуть левую ногу в колене, не можете оторвать ее от стула, от кровати, от земли. Не можете колено от колена оторвать. Переносите зрение, внимание на правую ногу. Не можете пошевелить пальцами на правой ноге, ступней правой ноги не можете пошевелить. Вы не можете согнуть правую ногу в колене. Вы не можете оторвать правую ногу от земли. Вы не можете колени не приблизить, не удалить друг от друга. Не можете шевелить ногами. Переносим внимание на левую руку. Не можете пошевелить первым пальцем большим. Не можете пошевелить указательным пальцем. Не можем пошевелить средним. Не можем пошевелить безымянным. Пробуем и не получается. Не можем пошевелить мизинцем. А если он шевелится сам по себе, то это тоже правильно, потому что любое шевеление — это тоже влияние. Вы шевелите пальцем и не можете им не шевелить. Он шевелится без вас. Хочет и шевелится. Вы не можете пошевелить кистью левой руки. Не можете поднять левую руку, она становится тяжелой. Переносим внимание на правую руку. Не можем пошевелить большим пальцем правой руки. Не можем пошевелить указательным пальцем правой руки. Не можем пошевелить средним пальцем. Не можем пошевелить безымянным. Не можем пошевелить мизинцем. Не можем пошевелить кистью. Не можем согнуть руку в локте. Не можем оторвать руку от тела и поднять руку вверх. Не можем пошевелить головой, переносим внимание на голову. Не можем поднять левое веко левого глаза. Не можем поднять веко правого глаза. Не можем пошевелить губами, открыть рот. Пробуем открыть рот, не получается.
Если где-то дергается тело, то дергается оно, потому что это влияние, чтобы оно дергалось. Оно дергается, успокаивается и подчиняется. Все в нашем теле окаменело, а голова живет своей жизнью. Пусть ваша мысль, подобно тому, как ниточка гоняется за иголкой, несется в любом направлении, и ничто вам не мешает, ни шум, ни соседи, ни мысли. Все течет, дует, любит, движется вперед, создает завихрение, тепло, холод, острое, горькое, соленое. Также теплое, мягкое, уютное. И это оно, и мы слушаем, а мысли продолжаются. Я с самого начала утверждаю и внушаю, что воздействие закончится тогда, когда оно закончится. Мы отдыхаем при шуме, при свете, при посторонних разговорах, при других раздражителях. Сейчас у многих из вас пройдет боль. А многим я сейчас прямо внушаю, что она пройдет завтра или послезавтра. И даже встретившись с этой болью, вы ее больше никогда не почувствуете. Это произойдет на счет мой до трех. Раз, два, три. Уже сейчас зародыш выздоровления появился в вашем теле, в вашем организме. И дальше он будет расти независимо от вас. Раз, два, три. И мы переходим к тайнам, которые помогут вам в дальнейшем не ощущать боль в этих органах и никогда не чувствовать в них боль, найти ресурс, который поможет навсегда избавиться от заболеваний. Пусть те цифры, которые возникают в вашей поджелудочной железе, восстанавливают деятельность поджелудочной железы, нормализуют деятельность эндокринной системы, нормализуют деятельность щитовидной железы, пищеварительной системы, кишечника. При избыточном весе приводят вас к похудению, при недостаточном – к улучшению вашего веса. Пусть поджелудочная железа с этого момента вырабатывает достаточное количество гастрина, трипсина, пепсина, инсулина, соляной кислоты. Цифры включат самовосстановление поджелудочной железы, и это цифры 70, 6, 9, 99, 999, 6,
А. Семь. О. Семь. А. Ау. 99. 3. 8. 19. Это цифровая программа, которая с этого момента запускает возрождение и восстановление деятельности поджелудочной железы, омолаживает ее, самовосстанавливает ее функции, улучшает ее работоспособность, устраняет заболевание диабет, восстанавливает островки Лангерганса, контролирует уровень глюкозы в крови, восстанавливает распад липидов, восстанавливает деятельность эндокринной системы. И на счет 3 программа начинает работать. Раз, два, три. На протяжении 10 дней каждая отрыжка включает новый ресурс поджелудочной железы. С каждым выпитым глотком воды, с каждым вздохом и выдохом поджелудочная железа восстанавливается. Погружаясь глубже и не слыша или слыша те слова, которые я говорю, я устанавливаю программу по удалению грыж из вашего тела, межпозвоночные грыжи, пупочные грыжи, кардиальные грыжи желудка, пищевода. Грыжи и новообразования с увеличением и набором жидкости будут устранены с внедрением данного цифрового кода. 46, 300, 46, 447. Эти цифры, внедренные в ваше тело, с этого момента устраняют и полностью убирают грыжи, пупочную грыжу,
грыжи пищевода. Грыжи миокарда, грыжи позвоночные, грыжи сшиваются, запечатываются с цифрами и стягиваются. И погружаясь глубже, мы переходим к геморроидальным узлам и ко всем видам варикозов. Мы внедряем и строим программу, которая навсегда с этого момента устранит все виды геморроя, все виды варикозных расширений, восстановит все вены. Программа восстановления вен – это внедрение в тело цифр 10, 70, 7, 6, 15, 80, 12, 82, 11, 14. Данные цифры прямо с этого момента объединяются в программу, которая разрушает и устраняет варикозные расширения, тромбофлебит, тромбоз, снимает воспаление, уменьшает в размерах геморрой, снимает воспаление, уменьшает в размерах, полностью вылечивает. На месте их появляется радостное ощущение, волны тепла, волны радости, приятные ощущения. Погружаясь дальше, мы находим в себе судорожные проявления, все виды головной боли и строим программу по уничтожению всех видов головной боли, лобной боли, боли в глазах, боли в висках, боли в затылках, боли, связанные с парезами, боли, связанные с судорогами, судороги ног, икры, бедра, левой ноги, икры, бедра, правой ноги, кисти, плеча, левой руки, кисти, плеча, правой руки, лица левой стороны, лица правой стороны, верхней части туловища, нижней части туловища,
Программа уничтожает эпилептивные припадки, судорожные накопления, а также купирует и навсегда устраняет плаксивость, плохое настроение, слезливость. Данная программа подчиняется цифрам, которые запускают ее действия и навсегда устраняют эти симптомы эпилепсии. 4992. 4999. 2. 7. 6, 3, 4996, 4995, 4998, 4993. 8, 1, 4, 5, 4994, 4997. Эти цифры навсегда переконвертируют мозг и устранят любые виды и признаки судорог эпилепсии, и саму эпилепсию, и все заболевания головы. Углубляя транс, ставим программу, которая после внедрения цифр навсегда избавит от всех видов кожных заболеваний. Фурункулы, папилломы, липомы, кандиломы, базалиомы, меланомы, витилиго, темные пятна, светлые пятна, экзема, псориаз, диспигментация, гиподермия, гипердермия, папилломы, герпес, экзема, лишай. Все, что на коже зудит, неправильно выглядит, торчит и мешает, все будет устранено программой, которая включается за счет цифр. Цифра 7, 4, 9, 38, 78, 72, 3, 28, 9, 8, 8, 9, 39, 45. Данные цифры, объединившись с программой, с этого момента устраняют все кожные заболевания любой формы в вашем организме. Углубляя транс,
переходим к любым болям в голове. Я ставлю программу, которая запускается от цифровых кодов, которая навсегда, всегда будет устранять любую головную боль в вашем теле. 6, 7, 6, 8. С этого момента данная программа навсегда убирает ощущение боли в вашей голове. Углубляя транс, ставим программу по лечению и полному излечению всех заболеваний глаз. Близорукость, дальнозоркость, дистрофия, повреждение сетчатки, хрусталик, катаракта, глаукома, все проблемы с глазами любой формы, с сетчаткой, с нервными тканями, с увлажнением, сосудами будут устранены после постановки цифровых кодов. 16, 2, 7, 6, 3, 13, 12, 15, 10, 8, 1, 4, 5, 11, 14. С этого момента произойдет исцеление ваших глаз и восстановление зрения. Добавляем к глазам программу восстановления резкости зрения и устранение всех видов боли в глазах. 5, 7, 8, 2, 0, 6, 0, 2. С этого момента и навсегда боль в глазах и болезни глаз излечатся. Углубляя транс, ставлю программу от газообразования в животе, от любых заболеваний в животе, в желудке, поджелудочной железе, в кишечнике, двенадцатиперстной кишке, от несварения пищи для того, чтобы не было газообразования, запора, диареи. Включаю цифровую программу лечения всех заболеваний кишечника. Программа включается после постановки цифрового кода. 61, 23, 2,
семь, шесть, три, 20, 19, 22, 17, 8, 1, 4, 5, 18, 21. Код поставлен, и программа работает с этого момента. Она устраняет газообразование в животе, диспепсию, запор навсегда. Ощущаем тепло в животе, ощущаем приятные волны, радостные волны. Ставлю программу цифровую, которая устранит артриты, все боли во всех суставах, ступней, пальцев ступней, коленей, тазобедренных суставов, плечевых суставов, локтевых суставов, кистевых суставов, пальцев рук. Цифровая программа, восстанавливающая хрящевую ткань, устраняющая оксалаты, ураты, кальциево-фосфорные соединения, восстанавливающая деятельность хряща, синовиальной жидкости, коллагена, формирование коллагена. Восстанавливаем хрящевые суставы и сумки. Программа включается с этого момента. 69, 99, 89, 79, 79, 39. 39, 99, 49. Данная программа включена и полностью вылечит все суставы с этого момента. Погружаемся. Я ставлю программу лечения всех эндокринных желез, надпочечников, щитовидной железы, мозга. Пусть вся эндокринная система восстанавливается. После установления цифрового кода, восстановление веса, восстановление деятельности надпочечников, деятельности тимуса, щитовидной железы, поджелудочной железы, мозга, слюнных желез. Луковиц. Все железы организма выздоравливают и с этого момента работают идеально. Прямо сейчас включается программа по запуску их обновления и восстановления. При помощи цифрового кода 8, 1,
47, 42, 46, 45, 4, 5, 2, 7, 41, 48, 45, 44, 6, 3, когда я досчитаю до 10, все программы начнут работать с этого момента и восстанавливать с этого момента и на протяжении ближайших 10 месяцев ваш организм. Раз. А мы ощущаем волны теплые в теле. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять. Десять. Плывите по течению и ощущайте волны тепла. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Я ощущаю, как вы сейчас перестали болеть, как вы перестали скрипеть зубами от боли. Я вижу, как у вас пропал страх, навязчивые мысли, те, которые вас мучили ранее. 16, 17, 18, 19, 20. Пусть выздоровление, заложенное в вас, восторжествует. Через какое-то время наш сеанс подойдет к концу, и окончанием сеанса откроют глаза те, прекратится движение у тех, кто двигался, исчезнут все реакции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наше тело оживает, оздоравливается. Я не допускаю никаких реакций извращенных и даю реакцию и задачу ставлю, установку только на нормальный ответ вашего организма. 9, 10,
открываем глаза, тянемся, чувствуем себя прекрасно при этом, делаем вдох, делаем выдох. Молодцы. Давайте попьем водичку теперь. Давайте поставим плюсики, кто уже вошел в состояние нормальное, пришел и уже ожил, вышел из состояния транса. Ура! Ну, давайте опишем свои состояния. Жарко стало. Что вы все время спите и спите. А как программы повступали в вас. Вы уже сегодня до вечера начнете ощущать это. И худеть. И молодеть, и настроение улучшится, и самочувствие улучшится, и доброта появится. А какое будет мировосприятие, и прямо все такое красивое, глаза начнут лучше видеть. Ну, вообще будет красота, просто красота. Неважно, спали, не спали, с открытыми глазами сидели, с закрытыми, дергали пальцем, не дергали пальцем. Вообще все не важно. На самом деле все это не имеет вообще никакого значения. У кого-то там дергалось что-то, у кого-то там кто-то заснул, аж храпел, а кто-то сладко просидел. Кто-то заснул и храпел, а кто-то сладко просидел. Интересно, что слова уже в конце не слышала, открыла глаза. Хорошо во всем теле. Ну да, хочется улыбаться. Улыбайтесь. Заснула. Все заснули. В большинстве своем выдержать это невозможно. Человека садишь, и он с закрытыми глазами, ему там кто-то что-то пи-пи-пи-пи разговаривает. На волнах качалась, движение по телу чувствовала. Ура, это все выздоровление. Снился зеленый росток горшочки. Программы. Это все программы начали в вас развиваться. То есть была посажена программа, вы ее на астральном плане начали видеть. Слова в конце уже не слышал, но открыла глаза. Да все вы слышите, но там у нас так все устроено, что переключается подсознание и сознание. То есть, когда вам надоело то, что я говорю, улетели там, как иголочка за ниточкой или ниточка за иголочкой. И вот полетели, полетели, куда-то унесло вас. А ваше подсознание, оно сохранено, потому что я это контролирую. Руки были как каменные, проваливалось он. Да. Вначале было затно, потом чувствительные волны по ногам. Правильно. Так здорово, за окном капли дождя постукивают. Просто супер. Да, Танечка. Вода опять вкусная. Ура! Некоторых цифр звонил телефон, и я не слышала цифры, они сработают. Неважно, вообще все неважно. Слышали, не слышали, видели, не видели, все неважно. Звонил телефон, общались, и тогда вообще все, забудьте, все работает, несмотря ни на что. Напрямую, косвенно, энергетически, то, что вы уже здесь находитесь, является, и даже не находитесь, является уже тем, что на вас это воздействует. Хотите вы сопротивляться, кто-то вам звонит или еще что-то,
все не имеет значения. Цель одна. Будем здоровы. Других целей нет. Коли говорили про кожні захворювання, назвали бородавки і старчські пігментні плями. Я підрозумівав, це все називається гігроми, папіломи, кандиломи, вони так по-медицински називаються. Но я це все підрозумівав. Так же я говорив, любые пігментації, там же були і старчські пігментні пятна. Взагалі не хочу виходити з цього стану, хочеться спати, таке блаженство, дякую, неймовірно. Лягайте і відпочивайте, все добре. Літало, чувствовало животе приключення. Морозить чуть-чуть, это правильно. Морозит, это более деструктивное влияние на ваше тело. То есть, когда человека морозит, что происходит? Это лихорадка, которая связана с поднятием цитокина и иммунитета. Значит, где-то необходимо сейчас воздействие более энергетически сильное. Ничего с этим сделать нельзя. Одних морозит, другим жарко, третьи в спокойствии, четвертые полны энергии. Это все зависит от того, на что нацелено ваше выздоровление. У одних это воздействие на психическую деятельность, у одних на иммунную знобит, психическую спать хочется, вам нужно восстанавливать психическую спать хочется, вам нужно наоборот устранить вот эту сонливость, у вас полно энергии. Я на работе, и на удивление никто не звонил и не заходил. Это чудо. Ага, на работе, надо работать.